главное. Получили в рамках подготовки к университету, проведения университета. Вы знаете, что чемпионат мира по плаванию после легкой атлетики будут представлены все вот эти страны. В распоряжении правительства у нас создано 13 рабочих групп. За 2 месяца было проведено 4 заседания. Потом коротко выступление Файзуллина, какие будут программы. Президент, разрешите представить доклад следующих двух частей. Первая часть – общие параметры двух чемпионатов мира и кратко в итоге. По данному объему кто? И девушки, остальные, Мастерс. Мастерс в Казани пройдет с 5 по 16 августа. Мастерс 5 минус спорта. То есть 24 у нас будет до 16 августа. В турнире Мастерс, значит, кроме хайдайвинга, все те же виды спорта. 14 возрастных категорий. Разрешите. Это принципиальный момент. Помимо 2500 спортсменов чемпионата мира, 6000 участников Кубка Мастерс. А получается, что у нас получается на несколько дней, почти 5 дней, они накладываются друг на друга. Что нужно, чтобы наши гостиницы были как-то... Люди построили гостиницы, если бизнес не идет, или туризм у нас не хватает, или каких-то мероприятий не хватает. Ни в коей мере нельзя, чтобы люди же поверили, что у нас построили гостиницы. Есть. Давайте. Я думаю, что и вот этот чемпионат мира очень хорошо будет. Надо нам придумывать мероприятия, чтобы в Казань приезжали там по разному поводу. Надо помогать, чтобы гостиницы были. А без гостиниц ничего не сделать. С одной стороны гостиницы поедели, с другой стороны. Вот это как раз вот и более того, они вправе выбирать, жить ли в деревне или жить ли в гостинице. И вот эти три вопроса основных, которые задавали практически все участники. Первый – это где находится Казань.